Иду ищу видеокамеру. Ездили мы вчера тут на машине. Искали деревню. И деревню мы не нашли. Я лазил на дерево. Где-то на какое-то. Видеокамеру. Снял свою сумочку. И оставил, в общем. Знаю, ходим, ищем. Что из этого получится, не знаю. Найдем, не найдем. Первый раз в этой местности. Третий колок уже, который похоже выглядит. Следы жизнедеятельности. Надеюсь, что я где-то здесь все-таки залазил. Вот такие дела. Вот, наверное, березы. От дома 16 километров примерно. Вот она, да. Вот она. Вот она, моя родная. Медведи не утащили. Все, идем домой. Тоже козочка. Одна вроде. Вот такая находочка. Сейчас пошарим второй. Может быть, тут их целая куча.
Дождик у нас пошел. Нашли с вороном вот такие вот остатки. Старые уже. Сейчас еще пошарим, может еще что интересное есть рядышком. Молодой козлик. Где-то слева еще один. Тоже молодой. Лосиха с лосенком. Ну, до них метров 70. Да, ворон? Под ветром меня решили бежать, что ли? Там козы побежали. В общем, лежали вот в таком вот лесу. Метров на 50, наверное, подъехал. Не видел из-за берез. Первый лосенок стал. В момент подъема его только заметил. И лосиха сразу же. И где-то видел, недавно наткнулся. Тот, кто в лосях разбирается, сказал, неважно кто. Лосиха, бык. Соскочили и побежали. Главное окнуть хоть как-то. И они тормознут. В общем, мое неумение окать, и то их сразу же остановило. Ну, буквально метров 10 они еще. Бежали, вот в метрах 70 стали. Вот так вот тут работают советы, оказывается. Догнали молчком. Придуривается. Нашла Грета. Шорох потом подхватил.